Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Скорее всего, вы уже видели, что вчера, 3 января, в кабинетах было опубликовано очередное обращение от компании. И вот для вас перевод этого обращения на русский язык. Уважаемые партнеры, поздравляем вас с наступившим Новым годом. 2018 год был сложным для всех партнеров компании, которые пострадали от действий Eagle Betrayed. Большинству партнеров пришлось ожидать от 7 до 8 месяцев. Обычно принято в конце года анализировать то, что было сделано, и строить планы на будущее. Я хотел бы верить, что то, что произошло в 2018 году, больше не повторится. Я по собственному опыту знаю, что значит потерять все, что имеешь из-за жадности и нечестности других людей. Ну, я так понимаю, автор этого текста Мигель Гомес. И в то же время я хочу заверить, что компанию ждет прекрасное будущее, и несмотря на все препятствия, мы создали ID Identification в соответствии с видением основателей. Мы создали компанию как устойчивый бизнес, который даст людям надежду и позволит всем в 2019 году заработать хорошие деньги, обеспечивать свою семью и компенсировать все потери. В последнем сообщении мы рассказали, какая работа ведется на данный момент. Была создана группа компаний, которые будут работать во благо всех 30 945 участников Eagle Betrayed. Мы начинаем 2019 год с мероприятия, которое пройдет 5 января. Также будет восстановлен бинар, скоро наши монеты должны появиться на биржах. Каждый день мы все ближе к достижению поставленных целей. Мы компания, которая вместо лжи говорит правду. У нас есть планы на следующие 5-10 лет, и мы планируем изменить многое в социальной сфере. В нашу систему было успешно интегрировано более 20 тысяч товаров. Мы протестировали токены наших монет, решили юридические вопросы в Дубае, согласовали с USP нашу бизнес-модель. USP это, по всей видимости, какой-то контролирующий орган или агентство, не знаю. Создали и получили международные патенты на новую концепцию социальных монет, подкрепленных активами. Мы приобрели технологию, которая позволит уменьшить количество пластикового мусора. В 2019 году мы реализуем следующее. В январе новая платформа будет полностью функционировать. Бинар, Eagle Social Gold Coin, инвестиционные пакеты и запуск бизнеса. К 15 января мы запустим на нашей платформе Forex-робота. К 17 января можно будет заказывать карты Visa или и MasterCard. К концу января будет закончена интеграция электронной коммерции. Кроме того, 1 февраля мы планируем начать строительство новой фабрики, первой из пяти. Ну, я так понимаю, речь идет о фабриках по переработке мусора. 15 февраля запланировано посещение золотодобывающей шахты. Мы начинаем процесс по открытию представительства в Пакистане, внедрение возможностей Телпоп и так далее. Более 13 компаний работают сейчас на благо новых акционеров, и ваше долгое ожидание будет в этом году вознаграждено. Мы заложили основу для запуска еще нескольких направлений бизнеса, чтобы обеспечить доходность инвестиционных пакетов. Мы думаем не только о настоящем, но и о будущем. Создаем бизнес, который принесет нашим компаниям и нашим партнерам миллионы. Но большая прибыль несет в себе и ответственность. Акционеры должны понимать, что защищая бизнес, мы защищаем свои же деньги. И чтобы восстановить нормальную работу компании, нужно прекратить оскорблять других партнеров и научиться мыслить как бизнесмены. Чтобы решить проблемы прошлого, нужно меняться и прекратить вредить самим же себе. Я вижу, что люди в чатах заняты только обвинениями, но при этом не предлагают решения проблемы. Я хочу поблагодарить мастеров, которые остались с нами, новых мастеров, а также прекрасных лидеров, которые помогали решать сложившуюся ситуацию, которые верили в будущее компании, помогали разрабатывать новый маркетинг-план, решали неотложные вопросы людей, проводили сотни встреч с партнерами и объясняли, что происходит в компании. Они защищали своих людей, заботились о том, чтобы компания развивалась согласно плану на протяжении последних 3 месяцев и стала одной из крупнейших социально-гибридных компаний в мире в последующие годы.
Это будет MLM-компания с реальными товарами, инвестиционными пакетами. Плюс мы будем решать социальные задачи, решать проблему мусора, то есть способствовать улучшению жизни людей. Одни посчитают, что данной информации слишком много, другие скажут, что слишком мало. Вскоре вы поймете, что я хочу донести. После мероприятия в субботу мы начнем обучать лидеров, чтобы они могли передавать информацию дальше и проводить вебинары в регионах. На следующей неделе бизнес стартует для всех партнеров. Вы увидите изменения на платформе в течение следующих 5 дней. Будут добавлены новые кошельки, новые функции и возможности. Я хочу поблагодарить всех, кто нам поверил, а также наших руководителей, которые создали и развивают этот бизнес, а также прошу ознакомиться с нашими предыдущими сообщениями. С уважением, руководство ID Identification. И в чате было выложено следующее объявление относительно мероприятия 5 января. Здесь написано по-португальски «Суббота, 5 января». Здесь адрес в Лиссабоне, Португалия. И, насколько я вижу, здесь запланированы выступления Мигеля Гомес. И во второй части будет выступать Франциско Роберто. Насколько известно, Ирина Балакова также будет на этом мероприятии. Соответственно, ждем новостей от нее после этого мероприятия. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!